В районе продолжается одна из добрых традиций поздравлять 90-летних юбиляров. 25 марта свой день рождения отметила жительница поселка Майский, участница войны Зинаида Васильевна Рыбалка. С круглой датой ее поздравили глава Майского сельского поселения Андрей Дацко совместно с представителем Совета ветеранов. Вот это вам письмо от Москвы, от президента Российской Федерации. Вас поздравляю с днем рождения. От администрации района, от администрации поселения, Совет ветеранов, мы поздравляем вас с днем рождения. Дай Бог вам прожить до 100 лет. Поздравляем вас. Вам самое главное здоровье, чтобы дети, внуки вас не обижали, поддерживали. Ну и мы поможем, если что нужно. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни.